нашего поселка. Друзья, мы с большим удовольствием, великой радостью и огромной благодарностью приветствуем всех, кто сегодня пришел, приехал и прилетел на концерт эстрадно-духового оркестра. Руководитель Виктор Дунаев. Сегодняшний концерт – это отличный повод для того, чтобы встретиться с любимыми артистами, с нашими любимыми музыкантами, обменяться улыбками и поделиться друг с другом прекрасным настроением. Народный эстрадно-духовой оркестр Земельчинского районного дома культуры. Инструментальная композиция «Ра-та-та». Чудес и нет любви, я отвечу лишь одно. Это
все тебе сказать, две судьбы в одну связать. Кто сказал, что в наши дни нет чудес и нет любви? Я отвечу лишь одно, это грустно и смешно. Кто сказал, что в наши дни нет чудес и нет любви? Я отвечу лишь одно, это грустно и смешно. Кто сказал, что в наши дни нет чудес и нет любви? Я отвечу лишь одно, это грустно и смешно. Кто сказал, что в наши дни нет чудес и нет любви? Я отвечу лишь одно, это грустно и смешно. Существует во все времена, поэтому любите и будьте любимы. Наш эстрадно-духовой оркестр – постоянный участник всех концертных программ, не только на нашей районной сцене, но и на областной. И музыкантам нашим есть чем похвастаться. Они постоянно готовят новые композиции, также повышают свой профессиональный уровень. Итак, для вас играет эстрадно-духовой оркестр, инструментальная композиция «Happy Music». Thank you.
темные, а в глазах небо бездонного синь, улыбки весна. Стройная, милая, очень красивая девушка. Может быть, где-то, где-то рядом она. Пошла она, улыбнулась из окна. Поезд тронула я свет, лишь рукой помахал ей в ответ. В этом так, что просто беда. А вот наконец вчера вечером встретил я девушку. Там, где тревожно стучат, гудят поезда. Лишь
мечтаю над родиной нашей вечною. И над полями вечными гуси-гуси летят. Что знают они, что видели, а может, их обидели. Летят они гордо-гордые, им люди вслед глядят. Летят, летят по небу гуси, поют они, как будто гуси. И на сибирские озера они садятся отдохнуть. Их растревожила чужбина, их успокоила равнина, а в теле ваша катрапина не даст. Чужбина, их успокоила равнина,
у раскрытой двери, у судьбы своей на краю. Я в обиду твою не верю, как не веришь и ты в мою. Давай попробуем вернуть хоть что-нибудь. Один листок календаря от метели февраля, одну весеннюю грозу, одну счастливую слезу, один прощальный луч зари, одно мгновение любви. Боль сомнения и обиды мне сказали твои глаза. Разве может быть все забыто, если сердцу забыть нельзя? Давай попробуем вернуть хоть что-нибудь. Один листок календаря, одну метель из февраля, одну весеннюю грозу, одну счастливую слезу, один прощальный луч зари, одно мгновение любви. Thank you.